Ребята, мое имя Александр, и добро пожаловать в Майнкрафт. И это обзорчик модов. Да, никогда еще не делал их, поэтому, ребята, я строго такой скажу, что это вообще посидеть. Так, ладно, я сейчас не об этом. Значит, ну что же, это у нас Lucky Block. Зашибись, да. Это адский Lucky Block, или как он там, Internal. В общем, ребята, по-моему, это адский Lucky Block. И что же, давайте-ка... Я его проверю, и насколько я помню, там более 40 или 20, более, по-моему, ровно 20 возможностей. Что? Ладно, ладно. Давайте-ка попробуем сломать. Оперный театр. Вода. Мне выпала вода. Я сломал блок, и вот на меня обрушилась. Так, второй Lucky Block. Кстати, как вы знаете, это так интересно это все выглядит, когда ставлю Lucky Block, то еще появляются партиклы... Что? Ёперный театр. Партиклы лавы. Ё-моё! Блин! Ставил, не заметив этого, трава горит. Так, я надеюсь, ты там никуда не утечешь, нет? Подождешь? Ну, серьезно, что ли? Почему здесь ничего не происходит? Ладно. Чего? Внутрь? А, ну, это я игрался. Ладно, давайте-ка еще раз попробуем. Геть! По-моему, мне что-то дали. Или не? Подождите. Что за... Господи! Алмазики! Алмазики! Ладно. Окей. Окей. Так. Ну что же, давайте-ка еще разглянем. Оу. Ну я так понял. Знаете, я понял, что это для выживания. Lucky Block для выживания, потому что меня тупо поднесло вверх, и я бы сейчас сдох, был бы я в выживании. Ну давай! Что там произошло? Оу! Боже! Посмотрите, боже ж ты мой! Взрывная волна дошла до сюда, ва! Ёперный театр! Ё-моё! Ну, давайте, еще раз. Ну! Что-то мне сегодня на воду везет. Раньше попадались... Эффект поглощения! Кайф! Ломай! Items and filters. Что? Знаете, ребят, пожалуй, мне надо немножечко... Ну, так, совсем... Да не... Ладно, сундук-ловушка пусть тоже будет. Немножечко совсем очистить свой инвентарь. Я вернусь через паузу. Зашибись. Я вернулся, и поглощение... Да. Ну ладно, давайте-ка... Ломай. Что? Что? А, ну да, у меня же стоит мод руины. Мод руины... И, блин, да, остров очень интересный, можно даже... Ну, блинский блок. Что? Блин, было. О, хорошо, здесь семена, порох, зашибись. Так, значит, давайте-ка ломаем. Ломаем блок, ломаем. Да вы серьезно, что ли? Может, у меня в инвентаре? Нет. Что за... Это глюк или что это? Там же в середине лава, да? Ну да, ну как я. Я как знал, ребят, знаете. Что за дело? Может, нет, нет, ночное зрение еще. На 8 минут было. Да вы что, дураки? О! А, это же именно блоки воды, лавы. Айтем. Что? О боже. О боже мой! Мне. Я, ребят, я. Извиняюсь, меня. Гала! Не тихо, не, не это. Очень интересно. Да, можно так поставить. Ай, тайл, что-то там, лава, нейм, что? Мышки! Мышки, наружки. Так, луна. Хотите сказать, что? Типа... Блин, ну меня вот, знаете, мне это бесит. Опять лава и вода. Так. Вещи в инвентаре, что? Не понял.
хорошо. Ох, хорошо, бронька. И все, бронька, и инструменты. Ребята, вы это видите? А, ну вода и лава. Опыт. Опыт мне дали, опыт. Вещи в инвентаре. Ну, я сейчас проверю, как у вас там вещи в инвентаре, железо, боже же ты мой. Сейчас главное не взорвись, пожалуйста. О, еще локи-блоки. О, это лотик, приветствую. Что? А, ну да, меня же телепортировали. Ну, выглядит это все красиво. Только не взорвись. Опять мишки. Что? И ночь? Ночь. Где луна? Ладно. Срать. Блин. Ну, блин. А броня-то выдержала, и инструменты деревянные тоже. Нет. Ё-моё. Так, понятно. Понятно. Понятно, ребята. Я все понял. Эх, понятно. Всё, пауза. Нет, не пауза, нет. Вы будете ждать так же, как и я. Так, все, давайте-ка продолжим, продолжим. Почему бы и не продолжить в дырке? В дырочке. Мне дали невидимость. Невидимость — это хорошо. О, боже мой. Круто! Вещи в инвентаре. Что, блин? А, ну вещи не в инвентаре? Оперный театр. Надо спать, ребят. Надо, блин, спать. Я не знаю, что такое items M-фальта, или как там. M-фальта, да. M-фальта. Я не знаю, что это такое. Я что-то как дура говорил. Вещи в инвентаре. Вот, опять. Да, блинский. Слушайте. Оу. Нет, 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 курочка. Здравствуй. Что? Что? Вы слышали? Мне показалось, у нее был звук. Не знаю, что это было. За звук? Хорошо. Да ты дура. Ёперный театр. Ладно. Так. Ничего. А, невидимость дали. Так. Железика. Боже мой. Нифига тут. Ничего не дали. Ах, кикец. Просто кикец. Хорошо. Давайте-ка, знаете, поставлю так вот. Ну, не туда, не в дырку. Опять воду и лаву. Ну, нет же. Ну, блин. Ну, я... О, господи. Параметр. А если я... Поле зрения. Все равно как-то... Как же это выглядит, ребят, по-дебильному, знаете, я просто... Блин. Ну хорошо, хорошо, будем дальше ставить. Ёперный театр! Офигеть! Блин. Да, это... Знаете... Выглядит как камера. Можно таким образом снимать видео. Мои сундуки. Отлетай. О, вещи. Хорошо. О, ничего. Вы что? И алмазы, и золото. Давай, медлительность. Пропадай. Ну же. Спасибо, спасибо. Просто от чисто от души. Опыт. Ничего. А нет, как-то... Ну-ка, ёперный, какая там скорость, не знаю. Как-то я прыгаю, как дебил какой-то. Опа, чирик. Опа, чирик. Что-то, по-моему, у вас... Ребят, мне кажется, или у них дом в земле? Вот этот. Вы что, дура... Вы... Ёперный театр. Ну вы... Ты дура. Ну ты дура. И, кстати, это же деревня, которая заспавнилась на равнине. Я редко такие встречаю. Ладно, давайте-ка мы слетаем сейчас. Сейчас
на болото и продолжим наши лаки-блоки ломать. Ага, зашибись. Но не так же ты ломай, как рукожоп последний. О, вещички. Чё там? Чё? Вау! Угу. Инвентарь. О, ещё. Ой, опыт. Блин, я обкакался, ребят. Нет, наверное, я вот перелечу в другое место. Почему бы не в деревне? Почему бы не в деревне? В принципе, я без палева так тут. О, кстати, лаки-блоки ставят. Они в воздухе, посмотрите. Или, блин, нет, не в воздухе. Ну же, дайте взрыв. А, железо. Ёперный театр. И сушитель. Ой, спасибо. Опять. Да ты дура, житель. Ага, ночь. Оцелотик. Еще оцелотик. Да уйди, ну ты, блин, дура. Понятно. Ладно, ребят, не взорву я эту деревню. Я же, в принципе, добрый. Долги спать на крыше. Да. Ну, а я вас благодарю за просмотр этого видео, если до конца досмотрели. Мое имя Александр, и, по-моему, я по-дебильному как-то сделал все. Ну, какой же я дура. Я такая дура. Ладно, ребят, благодарю вас за просмотр этого видео, и всем. Я, по-моему, я только что плюнул. Я плюнул только что броней, да? Да. И тут свекла растет. Ладно. Что это было? Вы видели? Ладно, ребят, все, не буду тянуть. Оцелот, красава, не буду тянуть, все. Ребят, господи, всем счастья, здоровья, юперный театр, удачи и пока!